Всем привет! У нас тут идет знакомство полным ходом. Томми у нас летает, причем летает без никаких, улетел на клетку к Ливсику, я чуть инфаркт не получила. И вовсю знакомится с Аркашей. Причем видно, что Томми без агрессии однозначно. Аркаша несколько защищает свою территорию, но особых тоже как бы проблем я не вижу на данный момент. Аркаша немножко пугает. Томми не боится. Да, они так мирно бурчали, переговаривались между собой. То есть никаких особых... Я думаю, что они у нас поладят со временем. Не прям сразу, конечно, но что-то мне подсказывает, что они поладят. Но главное, чтобы Томми не обижал Аркашу, потому что Аркаша сдачи дать не может. Аркаша меньше, и Аркаша не летает. То есть тут главный аспект этот. Но, конечно, Томми смельчак. Сразу полететь к Ливсику, это надо быть борзым несколько попугайчиком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!